Всем привет! Хаю-хаю! Мы опять нашли новую заброшку. На этот раз школа. Так что, пойдемте посмотрим. Мы все снимем, все покажем вам. Айдайте. Короче, сзади нас. Не отключайтесь, будет интересно. Смотри, как классно тут заброшенный. Кто мечтает побывать на заброшенном здании? Это не только здание, это школа. Представьте, смотрите, если как... хотите, чтобы была церковь, ставим лайки, да. Подписываемся, пишем в комментах. Так, классно, смотрите, школа заброшенная. Я пинка тебя. А вечер, как у нас под вечер вечереет. Такой охрененный момент. Смотри, какая-то красота. Дайте так видео сниму. Смотрите, обалдеть. Все заброшено. Дорожка уже в зарослях. Охренеть. Ёлочки. Маша. Да, Машка. Тут даже, знаешь, заброшены все. А, уже прикалывает. Окна на месте. Это даже радует. Почти на месте. Офигенно, блин. Прикольно. Ну, конечно. Ни хрена себе! Охрененно! Вот сюда мы приезжали. Да? А, не с тобой же? Нет. Ну, бумажку нашли. Сейчас посмотрим, что у нас, что осталось от школы. А! Школа. Выпуск. Да. Охренеть! Вы что поставили? Костёр там. Вау! Сначала вокруг пройдем или внутрь подойдем? А, это вокруг. Сейчас давайте этот близко покажу. Вообще шикарно! Офигенно, блин! Маш, я не пожалел, что приехал сюда. Вот люди. Ну, Маш, плохой не посоветуешь. Ну да. В общем, Маша молодчина. Молодчина. Маш, за лайк. Лайк. Все, пошли дальше. Школа заброшенная. Нормально. Шишечки. Разбили. Ой, там потом внутрь зайдем. Там площадка. Ой, нифига себе. А, спортплощадка, да? Это близко, сейчас посмотрим. А, футбольные. Ну, это близко посмотрим, что за приколы. Прикинь, село заброшенное, давно даже когда на этом, как машину, карт, мини-карты даже нету, да? Или Google карте даже нету. Село заброшенное, видишь, все оставили. Туалет. Нет. Да, туалет. Женский, мужской. Нормально. Туалет оставили? Вот оставили, вот видишь, тренерки все оставили, трубы железные тут. Вот. Нормально. Ну. Да, классно, Маша, выглядишь. Ну и что, нормально, в принципе. Пошли дальше. Вообще. Чуть не шлепнулся. Там турники, блин, заросшие уже все в этот. Нормально. Туалет, что ли, собрался? А? Что, туалет собрался? А что? Наши-то мы городские, хрен поймем, что это туалеты. Раньше, прикинь, туалеты какие были. Без всяких этот моющих там. Запах, блин, да хрен зайдешь. Да, блин, хим. Да, блин, что-то не матикнулся. Я в шоке, конечно. Да. Теперь здесь собирается молодежь. Ну, блин, молодежь там прежние, наверное. Да, городские почти все. Да, вон, смотрите. Нет, открыто. А, вот тут можно зайти. Вот, смотрите, да, народ. Главный вход, начнем. Ну да, смотри, какие тетяки там, народ. Вообще обалденные. Офигеть. Там, в главный вход зайдем. В принципе, недавно, да, так-то не растаскали. Лет так 9 назад. 9 лет и не растаскали.
Офигенно, вот, блин, молодцы. Ну, в наш район начали ездить так 10 лет назад. Я в школе была. А что тут? Без понятия, давай посмотрим. Да, по. Дверь. Ага. Окей, смотрите. Да. Был СССР. Нет, СССР. Воу-воу-воу, тут холодильник, походу, был. Да, отопление все вытащили. Ой, да, не знаю, может, как-нибудь. Мне нравится вот это окно, потом я сфоткаюсь сюда. Надо давай, идти. Давай, да. И вот это окно классное. Тоже нормально. Ты знаешь, я люблю окна. Окна? Любишь окна? Смотри, здесь классно, сфотка. Да уж. Шикардос. Что тут у нас? Здесь бухают теперь. Бухают теперь. Вот. Значит, папки или что? Нормально. Здесь, знаешь, что было? Типа тренер, лыжи, да, мне кажется, да? Лыжи, чего? Типа спортзал, да? Не спортзал, а как называется хранилище, значит, земли, вот инструменты. Фок. Там лопаты, чего? На. Да уже. Да, я тебе попозже. Угу. Какая-то фигня. Я сломал клавиатуру. Ну ты молодец. А, это знаешь, что такое было тут? Чего? Ну, труд выдавали, труд. Как лобзиком пилить. Вот и линейка. Где? А, да. Ну-ка, так покажу людям. Да, супер линейка какая-то, блин. Треугольная обычная. Ну, блин, я так не видел. Может, ты видела, я не. Не помню, что ты. Так, журнал 2002 года. Походу, как раз это 2002 года его закрыли, да? Да. О, зеркалка какая-то была. Да. Мне нравится так много. Ты сейчас пусть. Тут я. А там вот эти. Раньше хочешь вот эти пластинки, музыку слушать, такие большие. Тут есть? Валяются. Да ладно. Да, одна валяется почти. Сломка, но она есть. Ага. А вот смотрите. Что такое, люди? Смотрите. Нифига себе, какая-то фигня. Охренеть, тут что-то такое острое. Кто знает, что такое? А? Понятненько, так, интересно. Сейчас пластинки посмотрим. Ты можешь пластинки понять. Что тут? Какой-то фасоль брошенный. У кого-то бы запасы были. Смотри, вот там, блядь. Ага, вон. Пластинка. Да, вообще шикарно, старый уже. Понятненько, короче. Марш. Так. Вот мы. Что примерно ты думаешь, что тут было? Мне кажется, или труд преподавали, и здесь там. Или зимний инвентарь. Там лыжи, лопаты. Ну, я думаю, то же самое, наверное. Лыжи, лопаты. Ну, короче, кому понравился? Лайки. Лайки. Маша, чем больше лайков мы пойдем в церковь. Да, да. Блин, чисто страшно там. Ну, если лайки будут. Я много... верующие люди. Я в церкви за вас. Да, я тоже. Вот, короче, не убегайте, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Следующее видео будет интереснее, там будет школа. Да. Большая школа. Большая. Короче, всем бай-бай.